главное, я знаю, ради кого вы сегодня собрались. Кстати, о скромности, как ведущий молодой человек представил меня, сам не представился, видимо, предполагаю, что все знают его в лицо. Для тех, кто видит этого юношу первый раз, это автор сегодняшних рассказов Александр Цык. Хорошо, можете рассказать нам о сегодняшнем спектакле? Это авторская программа «The Best». Что вы представляете, что будет сегодня со сцены? 40 минут мы танцуем, вот, потом поем, вот, потом у нас есть пантомима. Вот так и вся наша жизнь, то сикама, то бал, то попали кранты, то в головах спас. Вышел, чтобы идти, к началу начал, но выпил и упал, вот и весь сказ. Бросился целовать Захару руку. Валера подошел и руку просто пожал. Святой Валерий, рад приветствовать вас в нашей обители. Вы тут совсем шизанули, что ли, Аташи? Какой святой Валерий? Карась вдруг запел. Святой Валерий, не спаславший нам ману небесную.